Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки». Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект Muay Thai CK, я Варченко Виталий. Сегодня хочу тебе показать очень классный комплекс с разным железом для бойца, для увеличения силы, скорости, мощи удара. Итак, ты всего будешь делать 4 раунда. Каждый раунд, в каждом раунде мы будем делать по 6 упражнений. В режиме 20 секунд работы, 10 отдыха. После каждого раунда отдых 1 минута. Итак, первый раунд у нас будет с грифом. Один конец которого ты ложишь на пол, на второй цепляешь блинчик 10 кг. Второй раунд у нас будет с гирей 16 кг. Третий раунд у нас будет с гантелями 5-килограммовыми. И четвертый раунд мы забьем прессик, поработаем на пресс. Все веса ты можешь подбирать, конечно же, под себя. Если тебе будет тяжело или наоборот легко, ты можешь добавлять, убавлять веса. Суть упражнений делать в максимальном взрыве, то есть максимально взрывная манера. Итак, первый раунд, первое упражнение – это выброс грифа одной рукой. То есть в этом упражнении ты полностью имитируешь прямой удар рукой. Для этого вкручивать надо плечико, желательно на носочке одноименной ноги тоже немножко себя доворачивать. Ну, конечно, когда идет работа скоростная, да, максимальная скорость, то четко выполнять технику не получится, потому что задача первостепенная – это взрыв. Третье упражнение – это поочередно. Правый прямой, левый прямой. То есть мы отработали сначала правой ручкой, потом левой. И сейчас работаем поочередно. Выброс. Правая, левая рука. То же самое. Немножко это упражнение делать с подседа. Как бы делаешь полуприседание и затем выбрасываешь руку. То есть это полная имитация прямого удара рукой. Четвертое упражнение. Боковые удары. Берешь за один конец и работаешь полностью как боковой удар рукой. Забрасывать немножко локоток, вкручивать обязательно плечи и помогать себе носочками, полностью как боковой удар. То есть выполняя эти упражнения с грифом, имитируя полностью удары руками, мы подключаем именно те мышцы и прорабатываем именно те мышцы, которые участвуют в ударе. Не просто качаемся, а задействуем то, что нужно нам, нужно для удара, для бойца. И пятое, шестое упражнение – это опять выброс грифа перед собой. Правой рукой и левой. И отдых 1 минута после выполнения всех 6 упражнений. То есть итого у нас получается раунд 3 минуты. Как бы мы берем стандартный раунд 3 минуты и разбиваем его на 6 упражнений. По 20 секунд работы, 10 отдыха. Обязательно тебе понадобится таймер. Итак, переходим ко второму раунду – работа с гирей. Начнем с боковых ударов. Очень важно в этом упражнении делать взрыв. Как бы ты должен имитировать удар гирей сбоку. Не просто ее прижать к себе и крутиться с ней, а именно выброс сделать гири вперед, перед собой. Имитировать полностью удар. Сейчас мы имитируем апперкоты, работая гирей снизу вверх, рисуя восьмерочки. Видите, ударили с правого кармана в левое плечо, опустили в левый карман, и опять ударили в правое плечо. То есть работаем восьмерочки. Сейчас делаем практически то же, но работа идет сверху вниз теперь. С плеча бьем в карман. Обязательно это амплитудная работа должна быть. Обязательно должна быть работа корпусом и вкручивание на носочках. Эти все упражнения с гирей также подключают именно те мышцы, которые участвуют в ударах. То есть в боковых ударах, в апперкотах. И ты подключаешь таким способом спину. То есть, когда ты хорошо выполнишь эти упражнения в скоростной манере, тебе будет тяжело, ты почувствуешь, возможно, крепатуру в спине, если все это правильно и хорошо делать. Особенно новички чувствуют эту крепатуру пару дней после такого хорошего комплекса. И сейчас мы просто имитируем как бы апперкоты, работая больше на бицепс. То есть, такая работа, забросить именно. Не просто качаться, а взрывом забросить гирю себе на плечо. Вторая ручка, видите, я немножко подстраховываю, чтобы сразу оттолкнуть гирю назад, не делать паузы, и она не опускалась. Еще раз напоминаю, что все упражнения надо делать в взрывной манере, максимально быстро. То есть ты работаешь короткое время, 20 секунд, но делать все максимально быстро.
Еще одно отличное упражнение – это вращение гири вокруг себя. Точно так же, 3 вправо, 3 влево. Этим упражнением мы заканчиваем второй раунд. И переходим к работе с гантелями. Гантельки опять-таки подбираешь под себя. То есть как подобрать? Суть в том, чтобы ты делал максимально быстро эти 20 секунд, не останавливать. Если у тебя отказывает плечо, падает рука или ты начинаешь отдыхать в процессе работы, значит вес нужно брать меньше. Итак, начинаем с левого прямого. Точно так же задача — скоростной выброс. Эти упражнения очень подгружают плечи, особенно с хорошими весами, там 5-килограммовые гантельки уже будут для многих из вас тяжелые, поэтому рекомендую начать с 3. 3 килограмма должно быть как раз для всех. И если чувствуешь, что ты легко отработал 20 секунд, можно брать 4 и пробовать дальше. Итак, отработали прямой левый, прямой правый. Сейчас ставим ножки на ширине плеч и поехали с плечиками, вкручиваем. Обязательно, когда бьем прямые с гантельками, приучайте себя вкручивать кулачок, то есть разворачивать пальцы вниз. Работая в скоростной манере, конечно, мы не сможем придерживаться идеальной техники, но держать технику стараемся. То есть вкрутить плечо, вкрутить кулак. И скоростные апперкоты, не останавливаясь. Ножки на ширине плеч, стараемся как бы бежать на месте и максимально быстро закручивать. Сейчас апперкоты, когда работаем на скорость, бьем не в точку, а закручиваем, как бы крутим ручками одна перед другой. И следующее упражнение на статику. То есть мы просто удерживаем гирьки на вытянутых руках в сторону. Эти упражнения отлично подключают плечи и прорабатывают наши плечи. Мы подержали гантельки в сторону, проработали средние дельты. И сейчас ручки перед собой, ладошка к ладошке, смотрит друг на друга, держим гантельки перед собой, задействуем передние дельты. То же самое, работа на статику, прорабатываем все плечи. Средние дельты, передние дельты, все, что участвует у нас в ударах руками. И на этом заканчивается наш 3-й раунд. И 4-й раунд мы проработаем пресс. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. Обязательно попробуй этот комплекс, если хочешь увеличить свою силу удара и просто что-то для разнообразия для себя сделать. Ну, прессик, тут особо комментировать нечего, все знают работу на пресс. Упражнения будем делать разные. Первое — это подъем корпуса с ударом по прессу. Не нужно недооценивать пресс, да, многие могут подумать, при чем тут пресс к скорости и силе удара. На самом деле он играет самую непосредственную роль, потому что без хороших мышц корпуса, а именно пресса, прямых мышц, косых мышц пресса, невозможно сделать хороший удар. Потому что, делая удары руками, мы задействуем все тело, начиная от носка на ноге, заканчивая доворотом таза, проработкой именно вкручивания корпуса, добавления плеча. То есть в ударах руками задействуются все мышцы, и спина, и пресс, и корпус, и ноги. Поэтому, правильно прорабатывая все мышцы, мы увеличиваем нашу скорость и силу удара. Ну, сейчас поделаем, ножнички сделали, теперь поделаем скручивания прямые, все их знают. Очень важно в этих скручиваниях, когда делаете просто скручивания, постоянно держать пресс в напряжении. То есть отрываются только лопатки, коротенькая амплитуда, отрываем только лопатки. И делая сейчас обратные скручивания, очень важно коленями как бы тянуться до плеч. То есть мы наоборот сейчас отрываем таз. Спина лежит, а таз мы отрываем от пола и коленями достаем до плеч. Это довольно-таки чувствительное упражнение, особенно кто будет делать первый раз эти упражнения, вернее в таком режиме 20-10, вы обязательно почувствуете свои 3,5 кубика. Настойчивости в тренировках!